Друзья, начинаем нашу с вами сегодня телевизионную версию замечательной программы, которую вы сейчас увидите буквально с минуты на минуту. Итак, мы имеем честь вам представить новые соревнования, которые появились на спортивной карте нашего города. И называются они теперь ни много ни мало, а Кубок непрофессионалов. Давайте мы приветствуем, потому что мы будем начинать нашу программу. Я с большим уважением вам напомню, что первый подобный кубок был разыгран не так давно, 30 ноября, здесь же, в зале «Гладиатор», и прошел с большим успехом, о чем вы могли видеть в интернет-версии и на каналах YouTube. Как видите, в последний день осени прошел первый турнир, а сегодняшний кубок мы начинаем как раз в первый день весны, 1 марта. И это очень символично и, я думаю, очень празднично. Итак, с большим уважением я хочу вам представить главных организаторов, главных матчмейкеров сегодняшней программы. Итак, прежде всего, дорогие друзья, давайте приветствуем известного питерского тренера Александра Розова. Итак, с особым уважением и под особые аплодисменты я хочу вам представить нашего замечательного боксера, неоднократного чемпиона города и победителя международных соревнований по любительскому боксу, а также чемпиона России по боксу профессиональному в супертяжелой соревновании Алексея Осыпина. Ну и сегодня, дорогие друзья, у нас большая программа, потому что в ней мы увидим соревнования супер-шестерки, супер-сикс за этот самый кубок непрофессионалов. И также увидим два интересных поединка в среднем весе и в супертяжелом. Так что программа у нас сегодня большая и насыщенная. Будем к ней готовиться. Ну и прежде чем, дорогие друзья, мы с вами определим, кто же и как будет выступать, мы должны провести жеребьевку. Она сейчас пройдет прямо на ваших глазах. Итак, дорогие друзья, все очень просто. Шесть участников, все они стоят перед вами, все работают на нашу центральную камеру. Шесть наших богатырей. У каждого закреплен персональный номер. И сейчас по каждому персональному номеру будет вытаскиваться, как будет расположен человек по сетке. Все очень просто. Кто не понял, завтра в газетах прочитает, как в старом футбольном анекдоте. Итак, дорогие друзья, ну что ж, так первым мы вытаскиваем, какой будет иметь номер для Александра Умрихина. Александр, вы получаете при посеве номер 6. Записывайте номер 6. Пожалуйста, шаг вперед делает Степан Архипенко. Вы будете при посеве иметь номер... Номер один. Пожалуйста, судьи, фиксируйте все, не забывайте. Фиксируйте, да? Супер. Дамы и господа, мы имеем честь вам представить заискателя кубка Артема Корушкина, номер три. И у вас номер при посеве, Артем, будет... Номер два. Вот Геннадий Павлович. Персональные. Итак, дорогие друзья, Кирилл Маслов. Представляю вам этого бойца. И он нашу сетку попадает под номером три. Все честно. Друзья мои, имеем честь вам представить нашей супер-шестерки Вячеслава Бутова. И Вячеслав получает номер при посеве номер 4. Номер 4. Ну, чтобы мы вас не обманули, остается один шар и один боец. Это Николай Копейко, пожалуйста, представляем вас. И номер 5. Сейчас объясним вам регламент. Первый встречается со вторым, третий с четвертым. Сейчас мы проводим наш парад. Затем пятый и шестой встречаются между собой, и потом уже на стадии встречаются только
полуфиналов. Ну, в процессе, я думаю, секретариат нам поможет. Так, еще у нас готово, список судейских коллегий. Я должен сегодня объявить. Огромное спасибо. Итак, друзья мои, прежде чем парад идет готовиться на свои поединки, я хотел бы представить нашу с вами сегодня судейскую бригаду. Пожалуйста, под ваши аплодисменты судья Всероссийской Григорий Владимир Бунин. Приветствую. Судья Всероссийской Григорий Василий Егоров. Судья Всероссийской категории Анатолий Трубутель. Судья Всероссийской категории Виктор Харшан. Давайте приветствуем. И главный врач наших соревнований, заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению Андрей Купарев. Давайте приветствуем. Ну и, конечно, сегодня вечер с вами буду я, спортивный комментатор и ринг-анонсер Константин Осипов. Итак, парад на парад. Вот, аплодируем, мы начинаем нашу программу. Аплодируем, аплодируем, друзья мои. В любом случае, нам с вами осталось совсем немного, чтобы узнать имя второго обладателя Кубка непрофессионалов 1 марта 2013 года. Начинается в составе Егоров Трибутин Харшан. И в красный угол приглашается на первый бой, пожалуйста, Архипенко, а в синий угол называется Коровкин. Ну, конечно, я вам должен сказать самое главное, это что у нас в боксе? Регламент. Регламент поединков 3 раунда по 3 минуты. Олимпийская система. Thank you.
Христа!
Итак, дорогие друзья, у нас на очереди второй бой нашей супер-шестерки. И в этом поединке красный угол представляет Кирилл Маслов. Давайте поприветствуем. Синий угол Вячеслав Бутов. Вот, вперед, 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 впер
6, 7, 8, 9, 10. Пау! Ну что, мы сами говорили, все видели, и снова второй раунд у нас стал роковым для одного из боксеров. Во втором раунде чисто нокаутом победа Кирилла Масла. Красный. Аплодируем. При счете 10, судья сказал 9 аут. Все правильно. Ну теперь прямо на ваших глазах переходим к полуфинальным боям. Мы с вами видели 7 бойцов. Это был четвертьфинал фактически. И мы начинаем полуфинал. И в красную группу приглашается Николай Копейко под ваши аплодисменты. А в синий выходит Александр Кулыкин. Рефери этого поединка также под ваши аплодисменты Владимир Рудни, арбитр всероссийской категории. Слава не ставит.
Итак, я напоминаю, что мы с вами смотрим первый полуфинал, то есть фактически осталось всего 4 претендента на наш замечательный кубок. И красный угол в этом полуфинале представляет Николай Копейко. Давайте поприветствуем и вернувшуюся подростком именно Алексея Осокина. Ему 22 года и он из клуба «Динамит». Ну и еще раз прошу обратить внимание представителей и тренеров второго полуфинала. Красный угол нам будет представлять Артем Кодушкин, а синий угол Кирилл Маслов. Пожалуйста, будьте готовы. Друзья мои, ну а теперь с особым уважением я хочу вам представить бойца, который сегодня будет установлен сильным углом. Это Александр Мурыкин. Давайте приветствуем, потому что этому бойцу немного мало 42 года исполнилось. Поэтому вы видите разницу 20 лет, ровно 20 лет между бойцами. Александр Мурыкин под руководством Алексея Осокина. И мы с вами сегодня увидим, как сражаются опыт и молодость. Давайте посмотрим, нас ждет интереснейший третий раунд. Хорошо, все хорошо. Работаем. Вот.
что ж, мы вас с вами видели двое начала до конца. И надо прибегнуть к судейским запискам. Друзья, в любом случае давайте поприветствуем, потому что мы делаем телевизионную версию этого сегодняшнего вечера. Из двух камер снимают, работают профессиональные операторы и режиссеры. То есть все это мы с вами увидим потом в телевизионной версии. Так, судейские карточки. Хотя и упорный бой, но у боковых судей не было никаких разночтений. Единогласным решением победу одерживает синего Брюхана Александр Рубин. Ну, мы давайте приветствуем дальше Николая Копейко, который ровно на 20 лет моложе своего оппонента. И Николай, не расстраивайтесь, приходите через 20 лет, и вы проиграете тоже. До встречи в 2033 году. И тем временем в красный угол попрошаем аплодисменты, мы приглашаем Артема Прошкина, а в синий угол Кирилла Маслова. Итак, дамы и господа, дорогие друзья, полуфинал номер 2. Красный угол в этом бою представляет Артем Прошкин. Давайте приветствуем. 28 лет, он лидер. Ну, а синий угол в этом бою, в этот раз он дал Кириллу Маслову, 26 лет, первый со школы бокса имени Александра Морозова. Артем Прошкин. Артем 28 лет. Он представляет клуб
лидер и тренируется под руководством тренера Шамшина. Напомню, что в первом бою Артем во втором раунде за явным преимуществом победил Степана Архипенко. Еще бей!
лучший бой. И единственное, что вам напомню, что перед главным финалом, главным мейн-эвентом нашего сегодняшнего вечера, дорогие друзья, мы с вами увидим два интереснейших боя в весовой категории 70 кг и в супертяжелом весе свыше 90 кг. Так что финалистам мы дадим немножечко отдохнуть перед решающей встречей. Ну что ж, дамы и господа, и в этом бою у боковых судей не было никаких разногласий. Напомню, что работают абсолютно профессионалы, арбитры в союзной категории. И поэтому единогласно одерживает победу красный угол. Сейчас, чтобы вы от всего нашего боксерского, спортивного сердца поприветствовали человека, который секундирует в красном углу. И, пожалуйста, все телекамеры и все фотокамеры должны быть направлены туда. Потому что это финалист Олимпийских игр 76 года в Монреале. Олимпийский чемпион Москвы 80. Наш легендарный велогонщик, а ныне тренер Владимир Осокин! Олимпик Голд Медал!
Бог.
Итак, сейчас в красном углу готовится положение боя Антон Копейко. Интересно, что боксер родился 1 апреля. Вот, не знаю, отложилось как-то на его характере или нет. Но, наверное, всегда приятно получать подарки и поздравления в Всемирный день смеха. Тут я уже говорил, Антон представляет клуб «Динамит». Ну и, кстати, вот еще интересный факт. Сегодня же видели мы на ринге здесь его родного брата Николая Копейко. Ну что, давай приветствуем красную сторону нашего взгляда. Представляет клуб «Школа бокса» Александр Морозов.
Ну, а я напоминаю, дорогие друзья, что совсем мало времени осталось до того, как мы с вами увидим финал замечательный, вот этот красивый кубок обретет своего хозяина. И напоминаю официальным представителям и тренерам, что красный угол в нашем финале будет представлять Александр Умрикин. Пожалуйста, Умрикин будет красный угол, одевайте его в красную амуницию. А синий угол в финале будет представлять Артем Кожушкин. Пожалуйста, для Артема готовьте синюю амуницию для финала. Субтитры сделал DimaTorzok.
Спорт тяжеловесов. Лимит в этой самой категории сегодня ограничен 81 килограмм. 81 килограмм лимит нашей с вами супершестерки. Вот так, казалось, большой вечер, много боев, а впереди всего лишь один финал. Ну, напоминаю, что рефери боя, арбитр всероссийской категории Владимир Дунк, наши аплодисменты. На финал попадали назначены в таком составе Егоров, Тимути и Харшан. Итак, дамы и господа, дорогие друзья, мы начинаем наш финал и представляем красный угол. Ни много ни мало ему 42 года. Тренируется под руководством тренера Алексея Осокина в клубе «Динамит». Встречаем, это Александр Мурин. Его соперником по этому поединку будет 28-летний боец из клуба «Лидер». Тренируется под руководством тренера Шамшина. Второй финалист наших соревнований Артем Корушкин. Как назад, Бог?
Закрытие.
сейчас главный судья смотрит на все записки внимательно, чтобы ничего у нас с вами не перепутать. Еще раз давайте проверим, потому что финалистов 2, а кубок 1. Итак, Хринкономцев поднимается на центр рынка телевидения. Все камеры установлены сегодня здесь, в клубе «Гладиатор», Санкт-Петербург. 1 марта 2013 года. Второй кубок для профессионалов. Супер шестерка. Ну что ж, давайте еще раз поаплодируем, потому что осталось совсем-совсем чуть-чуть. Пожалуйста, фото на память. Прежде чем мы с вами объявим имя чемпиона. Друзья мои, ну а в этом бою, как впрочем и во всем турнире, единогласным решением боковых арбитров победу одерживает Артем Александру Рихину, который дошел до финала. Итак, пожалуйста, фото на память. Поздравляю вас. Вставайте все, вот у нас с вами телекамера работает, чтобы все видели в интернете. Друзья мои, ну и прежде чем мы с вами простимся, конечно, я хочу, чтобы два слова вам сказал Алексей Осокин. Шумшина Валерия Валерьевича, за то, что он меня подготавливает и тренирует. Большое спасибо.